цитата: «Ум богатеет от того, что он получает, сердце от того, что оно отдает». Ну, давайте посмотрим на эту фразу немного с другой стороны. Посмотрите. Отдает оно, что того от сердца. А здесь получает он, что того отбогатеет ум. Понимаете? То есть вообще, если поменять, то будет сердце. Вот местами, посмотрите, ум и сердце. Сейчас я, чтобы понятнее было, нарисую. Ой, где тут? Вот сердце и ум. И ум. Вот. А вот, если поменять ум местами и сердце, получается, сердце богатеет от того, что он получает, а ум от того, что оно отдает. Вы понимаете, чем это вообще отдает? То есть, если мы сейчас заменим слово отдает и получает, то получится, продолжим, сердце богатеет от того, что отдает, и ум от того, что оно получает. Понимаете всю глубину мысли? Гюго, Виктор.